Там на чемпионате мира. Очень сильные борцы из Республики Узбекистан. Несколько хороших кикбоксеров, да, например, Шерман Узулунов. Боец, которому 23 года, его рост 176 сантиметров. Он мастер спорта по карате, многократный чемпион Туркменистана по карате. Бойцовский клуб «Вага ММА». Его тренер Вагиф Гусейнов. Встречайте, из Туркменистана. Джемшид Атаев! Также его оппонент справа от меня находится боец, которому 22 года, его рост 175 сантиметров, также рекорд профессиональный, 5 побед, 2 поражения и 0 ничьих. Чемпион Узбекистана по грэпплингу, мастер спорта по кикбоксингу. Дамы и господа, представляет клуб Сатаров Тим, тренер Сатаров Рахмат, действующий боец из Узбекистана, Муслим Омонов. Рефери в октагоне Волков Илья. Бойцы на середину. Напоминаю правила, запрещены любые удары в затылок, в позвоночный столб, в пах. Запрещено хватать клетку и экипировку. Колени в голову работают только в стойке. Внимательно слушай мои команды, пожали руки по углам. Итак, друзья, все готово к старту. Муслим Омонов против Джемшида Атаева. Первый раунд. Боец из Узбекистана начинает в правосторонней стойке. В стойке левши. Джемшид на первых порах достаточно активен. Все-таки интересно, конечно, и болельщицкое противостояние, потому что здесь очень серьезный десант из Туркменистана. И, конечно, мы слышим также бойцов из... не бойцов, а болельщиков из Узбекистана. И перевод. Сверху оказывается Муслим. Прихватил шею соперника Джемшид. Смотрите, сейчас отключает левую руку оппонента Муслим. И можно наносить удары. Нет, вовремя восстанавливает позиции Джемшид. Да, слышим мы туркменских болельщиков. Хороший удар локтем в исполнении Муслима. И продолжает он отрабатывать правой рукой. Все очень четко, по делу. Да, не просто приходится сейчас Джемшиду, это надо признать. Очень активен в работе сверху Муслим. Ну вот немного вроде погасил атакующий пыл своего оппонента Джемшид. Но вот надолго ли, потому что постоянно... Наносит удары по туловищу и в голову Муслим Омонов. Так, а это уже может быть интересно. Но нет, продолжает контролировать своего оппонента на канвасе Муслим. Садится в маунт представитель Узбекистана. Нет, вовремя здесь выбирается из-под соперника Джемшид Атаев. В противном случае могли бы быть очень серьезные проблемы. Да, есть вариант забрать спину у Муслима. Но предпочитает он идти немножко другим путем. Данем побил, поразмягчал. Вот теперь уже забирает спину, заправляет ноги. И можно пытаться душить. Или же просто размягчить ударами, а потом душить.
Вариантов, как вы видите, масса. И разворачивается Джамшид Атаев. Жесткий удар локтя в исполнении Муслима. Громче! Пытается здесь... И выход на рычаг локтя. Не отдает руку Джамшид Атаев. Пытается терпеть. И ногой хочет сорвать захват Джамшид Атаев. Пожалуй, все. К великой радости всех узбекских болельщиков Муслим Омонов побеждает досрочно. Еще раз давайте посмотрим за тем, как... Итак, дамы и господа, Муслим Омонов побеждал в этом поединке. Приглашается руководитель клуба Акбар, Акбарджан Курбанов. Мы видим, кстати, очень серьезная гематома на правой стороне лица у Джамшида Атаева. Ну, досталось ему там и локтями, его соперник очень хорошо обработал. Но молодец, тоже до последнего терпел, не сдавался в захвате, когда его подловили на рычаг. До последнего терпел, но понятно, что вечно так продолжаться не могло. Итак, дамы и господа, на третьей минуте, 51 секунде, болевым побеждает Муслим Омонов! Да, поздравляем Муслима Омонова. Узбекистан! Все было сделано в высшей степени четко, грамотно. С первой до последней секунды Муслим Омонов понимал, что он хочет делать. Как и когда. Поэтому абсолютно заслуженная победа. Вручает кубок господин Ахмедов Ахмед. Пожалуйста. Пару слов. Спасибо всем, пришел на этот праздник. Спасибо всем, кто очень громко кричал, орал, болел за обоих. Узбекистан – это сила! Вот сейчас я дам пару слов сказать нашему победителю. Ассаламу алейкум всем! Спасибо вам, организация и мой друг, всем спасибо. Я люблю тебя, Узбекистан. Я люблю тебя, Робкон. Робкон Зинди. Спасибо. Алхамдулиллах. Только вперед. Спасибо, Узбекистан. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляем победителей. Ждем также всех участников, которые сегодня были. Мы, друзья, с вами продолжаем.